Теперь к другим темам. Главная военная прокуратура сегодня сообщила о раскрытии новых фактов незаконной продажи имущества Минобороны. Речь идет о реализации земельного участка на берегу Черного моря по заниженной цене. Эта недвижимость была выделена военному ведомству из муниципальных земель, а спустя несколько месяцев продана коммерческой компании. По данным следователей, цена объекта была на 56 миллионов рублей ниже реальной. Собранные материалы уже переданы в Следственный комитет. О масштабных хищениях имущества Минобороны стало известно в октябре. Известно о возбуждении не менее 10 уголовных дел в отношении нескольких фигурантов, в их числе должностные лица из компании «Оборонсервис», а также сотрудники коммерческих организаций. Общий ущерб, нанесенный государству, предварительно оценивается в 4 миллиарда рублей.